Привет, Никит. Ты видел нашу индейку, которую мы сегодня будем запекать? Иду, пишу. Сегодня день благодарения, да? Да. Ура. Иди переодевайся, расчесывайся. Ага. Да, и привет давай скажем зрителям. Привет. Сейчас будем с утра готовить еду, потом поедем в магазины. Вернее, в магазин. Мы сегодня только в GCP не поедем, в один. Значит, не мешай нам снимать. Так, Лисочка. Значит, ты не получишь деньги. Расчесываться, одеваться? Правильно. Угу, хорошо. Let's go. Кстати, а у кого у нас новая стрижка? У Сони. Покажем ее? Она, наверное, еще спит. Сейчас мы будем готовить завтрак. Что мы будем есть на завтрак? У нас у всех расходится всегда желание. Привет. Блинчики не будут, там же долго, у нас нет времени. Могу оладушки? Два оладушки. Оладушки? Ага, вкусные. Можно омлет сделать? Да, оладушки. Оладушки? Оладушки у меня есть. Это у Никиты куча бабла. Вот так он складывает. Да, денежки. Денежки. Пижама задом наперед. Я скотчу на нее. Киса у нас вот на эти наклейки охотится. И вот здесь практически все уже посодрала. Вот этого мальчика вообще содрала. Не прикинь. Она его грызла. Она грызла и драла своими когтями. По этой же причине у нас шторки вот так висят. Они просто. Потому что киса, если они вертикально вот так висят прямо, она начинает на них прыгать и висеть, ой, качаться. Никита, зайди, зайди домой, там мороз. Никита, мороз. Залазит скорее, холодно. Ой, как жарко. Жарко. Ой, так. Как это жарко. Накрыла индейку. Сейчас она у нас пойдет. Папа, на улице. В духовку. Я эту индейку сегодня там на этом, на столе оставила на улице ночью, чтобы она там мариновалась. В холодильнике нет места для нее. И знаешь, что произошло? Что? Я не знаю, то ли это наши кисы, скорее всего, нет, потому что у нас наши кисы такими делами не занимаются. Какой-то, видимо, другой кот пытался это... А, я еще сильно полотенцем толстым накрыла. Кто-то содрал полотенце. И вот так царапал, пытался фольгу. Она у меня здесь 6 слоев была продрать туда, до этой, до индейки. И видимо, что-то спугнул, не добрался. Так, когда же Соня проснется? Нам ее показать надо срочно с ее прической. Ну, я хорошая прическа. Идем. Соня нужно будет. Пап, привет. С днем благодарения тебе. А, с днем рождения. Что, Коль, Никит? Будет Соня? Что? Зачем? Она же Соня. Нужно ее кадр срочно. Кадр срочно? Уселась малышка наша. И она так бежит. Привет, Коль. Привет. Так, Коля у нас будет сейчас помогать делать оладушки. Я готова. И хвостик уже сделала. Молодец. Мы используем греческий йогурт. Это что-то среднее между йогуртом и творожком. Можем еще использовать и обычные йогурты, но с греческими лучше, вкуснее. Да. Да, вкусно так. Посолили. Сейчас Коля насыпет. Да не таких ложек. Три ложки сахара. Американский сахар. Коричневый такой. Скажите. Она сейчас не очень хорошо выглядит.
хорошенько размешать все. Надо по-хорошему было сначала яйца с сахаром, солью размешать. Ну, так тоже сейчас хорошо взобьется. Я знаю. Сначала будем овсяную муку. Овсяную? Я обычно овсяную кашу перемалываю в муку. И использую в оладушках. Так нормально? Да. Мама! Этого достаточно. Скажи, что у меня есть. Квадратик магнит. Сейчас покажу этот магнит. Смотрите. Вот, смотри. Вот. И магнитик же. Угу. Так, мы делаем все на глаз, поэтому я не знаю, какие пропорции муки. Просто кладу. Это с содой мука. Да. А вы чем тут занимаетесь? О, какой бардак! Вы чем тут занимаетесь? Мы тут хоть... Я сумочку делаю, а Никите кошелек. Машинку рисую, чтобы наклеить туда. Первую попытку сделала, он раскрашивал ее. Не получилось. Мне кажется, я вам говорила порядок сделать. Убрать. Ты беспорядок говорила, сказала. Я сказала вам порядок навести. Заканчивайте, наводите порядок. Ты сказала навести беспорядок. Да, конечно. А вот и Соня, иди сюда, показывай стрижку. Поворачивайся. Вуаля, Сонина новая стрижка. Короткая очень. Тебе нравится? В школе понравилось другим детям? Некоторым да. А некоторым? Ничего не сказали. А, окей. Уже так пахнет. Все, садитесь кушать. Я пока дальше буду готовить, а вы кушайте. Чего, будешь ты рядом со мной сидеть? Иди, ты любишь, папа на коленках есть. Никита, ты сел сюда, чтобы смотреть, или вон там? Знаешь, какая косюся маленькая? Мы ее уже сняли, эту косюсю. Косюся. Сонечка, иди кушай. Папа, что? Уходить мне? Я возьму мои витаминки. Куда мне сначала? Я не могу, когда ты рядом с нами. Куда же мне уходить? Куда-куда? Вот туда. Туда мне уходить? Да. И там сидеть одному в углу? Да. Ты что, с ума сошла? Я нашел кису. Так киса сама тебя нашла. Нет, на балконе поймал. Ты поймал кису? Да, на балконе. Она от тебя пряталась? Нет. О, это у меня красавчики. Лиза телевизор принесла. Лиза! Папе, давай. Он дырочку, видишь, проделывает, чтобы сгущенка не стекала. Ага, чтобы она внутрь протекала. Главное, 3 литра сгущенки он наливает. Когда я вижу это, у меня сердце кровью обливается. Дайте мне сгущенку. Лиз, ты что включила? Смешарики. Это смешарики. Пап, тебе, смотри, смешариков. Я ему еще налил. Он еще добавил. Кошмар. У меня теперь руки липкие. Сейчас салфеточки дам. Соня пошла за витаминками за своими и пропала. Наверное, телефон взяла и где-нибудь застряла с ним. Соня! А вот это парад в Нью-Йорке, Мейсис. День благодарения. Да. Здесь, короче, различные надувные игрушки будут проезжать в течение 1,5 часов по улицам. Огромные всякие персонажи разодетые. А я спонсировал раньше все это Мейсис. А он и сейчас спонсирует. Мама! Да. Лайфстрим, да? Это был лайфстрим, да. Это, вот это снято было 6 часов назад. Мы еще спали. В Нью-Йорке было тогда это все. Смотри, какие удобные игрушки классные. Это Training Dragon. Наша индейка печется. Коля делает на компьютере какое-то домашнее задание. Что ты делаешь, покажешь? Это нужен на таком веб-сайте. Это на Office 365 нужно сделать All About Me. Нам нужно presentation сделать.
Я, оно так будет выглядеть. Презентация. Да. Получила. Так, это нужно сказать две правды тебе и две неправды, да? Да. Цели какие у тебя? А это уже должна была сделать ба. В школе. Ага. Ба. Окей. И произойдет такой мячик. Ага. А это уже должна была сделать перед моим классом вот это. Ну, делай. Не, рыбки. Сделала уже, да? Да. Такая штучка. Гонзага, колледж Гонзагу. В Гонзагу хочешь в университет поступить? Ну, я не знаю, никакие другие. И другие. Ну, здесь у нас, да, у нас университет только. Это не колледж, это университет Гонзага. Я знаю. Personal best. Do you want to eat? Соня, сократи картошку. Only food. Soccer и пицца. Собачки, мячики, вот это. Окей. Иди. И все. Хорошо. А я могу показать моего? Можешь. Соня, иди сюда. Сонечка, дай посмотрю получше прическу. Мне нравится Соне больше, как вот с этой прической. Мне тоже нравится больше. Больше идет ей такая длина есть. Волос. И с очками моими идет тоже. Я говорю, can you please? Сейчас я покажу, как дети навели порядок. Так, я думаю, через полчаса я приду, будет вообще красота, да? Я к ней не могу здесь найти. Никит, что ты деньги разбросал? Это мои. Ты что, их сушишь? Да. У него $12. 12. Так, в следующий раз я приду через полчаса. Сюда. Что я найду? Вот это? Все это. Порядок будет? Коль, у тебя готов список подарок к Рождеству? Да. Где он? Я никогда себе не записывала. А, то есть ты в голове держишь, да? Тебе говорю. Мы с Колей уже вместе один подарок купили. Следующий подарок он тоже хочет, чтобы мы вместе покупали. Потому что он говорит, что я не выберу то, что он хочет. И еще следующий. Короче, Коле к Рождеству подарки будет он сам их со мной вместе покупать. Да, потому что ты никогда не угадываешь то, что ты хочешь, да? Именно то, что ты хочешь. Да. А вот Лиза и Никита мне список принесли подарков. Сейчас посмотрю. Сегодня день благодарения. Обычно в этот день все покупают подарки к Рождеству. И вот список. Сейчас будем смотреть. Никита. Так. Мне уже смешно. Будильник. Лупу. Лупа, это стекло увеличительное. Железную дорогу, которая у него стоит наверху, да? И планшет Apple. Знаешь, такой планшет Apple? iPad. Коль, ты знаешь, такой планшет Apple? Я знаю, только он не так называется. Так. Лиз, мы сегодня должны подарки покупать. И я пытаюсь понять, что вам купить. Ты мне объясни, что такое планшет Apple. Не такое это, планшет там, это такое яблочко обкусанное. Вот это Никита попросил. Я понимаю, но это, ты думаешь, что это пишется планшет? Планшет? Да. Планшет. Планшет. Никит, мы тебе уже один раз покупали планшет Apple. Помнишь? Что ты с ним сделал? Ты его так заблокировал, что мы его не смогли разблокировать и сдали. Помнишь? И беленький. Даже Apple не смог разблокировать. Помнишь? Тем более он дорогой. Да. Купите мне. Он дорогой. Нет. Ну, они сейчас на сейле, кстати, в Костке. Кстати. Планшеты Apple. По хорошей цене, по выгодной. Мама, сколько они долларов стоят? 250 сейчас в Костке есть, самый простой. 250? Мама, купите. 250, да. Да. Это мое уже смотрело. Нет, твое я еще не смотрела, чудо. Купи мне планшет Apple. Да, мне. Планшет? Да. Ладно, как папа, если купит. Планшет. Давай, Лиз, твое будем. Можно? Сейчас показываю. Ну, покажи.
Покажи, я хочу с это, посмотреть, как ты написала. Сейчас. Ты для меня отдала этот список. Я сейчас раскрою и тебе покажу. Мама, смотри, сколько подарков. Да, я уже видела. Лол. Тебе какой лол, большой или маленький? Ну, обычный. А не набор, где много лолов? Ну, если хочешь, набор купишь. Если хочешь, один шарик лол. Любой. Пазл. Пазл, видимо. Да, какой пазл? Ну, такой. Такие кубики с такими штучками, закорючками. Их можно соединить. Я поняла. А какой? Любой, что ли? На любую тему? Или детский, взрослый? Потому что детские все обычно легенькие. Давай примерно вот такой. Такой размер пазлок. Картинку небольшую. А картинка неважно какая, да? Да. Так. Машинку с пультом. Мама! Окей, машинку. Лиз, какую тебе машинку? С пультом? Девчачью или мальчишечью? Да, но я хочу мальчишечью. Мне нравятся мальчишечьи. Ага, мальчишечьи. Мама, так, новый будильник. Зачем тебе будильник? У тебя есть будильник живой. Какой? А я хочу свой. Папа чужой. Тот самый. А у папы тоже есть будильник, расскажи. У меня кошка будет в 5:55. Ровно. Заводить не надо. Лапка и скребет меня. Если я не просыпаюсь, то она когти выпускает. Скребет посильнее. И как, если это не работает. Она еще может делать так. Тихо так, потихоньку, жалобно так. Так, лупа, и тебе тоже лупа. Зачем тебе лупа? У вас в комнате две лупы валяются. Они старые и сломанные. А я хочу с такой подсветкой. Это уже сломалась подсветка. Чтобы светить. Никита, а есть машина? Ну, последний пункт меня просто убил. Новую одежду. У тебя целый шкаф одежды. Ну, хочу я новую. Что-нибудь новенькое? Хорошо, что из одежды? Ну, платье какое-нибудь. Платье еще одно? Ага. Ну, три из них выбери и подари. Три из подарка? Это из вот этого, да? Угу. А, стол пропустила. Стол тебе еще нужен? Да. Какой стол? Ну, новый. У меня уже там такой столик. Никите даже слишком маленький уже. А, обычный письменный стол. Не детский, а обычный, да? Да, обычный. Не детский хочу. Я новый. А то он у меня там вообще маленький. Вообще малюсенький. Там ничего невозможно сделать. Ой, что это с ней? Скажи, ты уже придумал какие-то подарки к Рождеству? Нет. Бинокли. Бинокль? Бинокль. У меня вот сколько подарков. Соня, неожиданно. Я все сделаю. А презентацию ты будешь показывать? Да. Коль, ты еще не закончил? Я сейчас с Соней навожу новую. Мам, какая еще презентация? Посмотри, какая у Никиты маленькая попа. Итак. А у меня попа какая. Так, это Сонина презентейшн. Я много маленький человек. Что? Вот, это чуть-чуть новая. Окей. Здесь вы можете почитать. Это первая не совсем хорошая. Твои цели в этом школьном году – это подготовиться к средней школе и сфокусироваться на классе? Да, здесь какой-то… Твоя цель вне школы – веселиться, пока можешь делать домашнее задание. И да. Прочитала. Hey, why you going to my college? Это не, I don't know what это to университет, а не колледж. Я не знаю, куда идти. Да все пока так хотят в Гонзагу, но не все могут. Если я не понимаю, человечка постоянно говорят. Окей. Что еще там у тебя? Person from the past. Я бабушку. Про баблюбу? Да. All of my favorites. Есть много, есть лист, чему мне нравится. Котята, природа, животные, Крисмас, готов, приготовление еды, рисование, друзья. Телефон. И сладости. А мне кажется, сладости надо тебе поставить на первое место. Соня, ты
Ты забыла что-то еще написать? Да. А телефончик, правда, ты что не написала? Ой, здесь я должна была вот это сделать. Это твое персоналити, твоя личность. Да, и здесь пончик маленький. А, пончик, а почему пончик? Сладости. Ну, да. Yeah. А вот это что означает? Ну, Сонь. Это называется злая кошка, веселая кошка. То есть это ты, твой характер, кошка. Да, вот тут? Да? Мне нравится вот это. Мне вот эти два качества твои очень интересны. Я думаю, зрителям тоже. Значит, ты бываешь злюкой и врединой? Бываешь? Иногда. Она закончилась. А я тоже хочу сделать. Ну вот. Лизочка, ты в школе будешь, я не знаю, как это делать. Там нужен аккаунт в школе. Мам, я тоже теперь закончила. Соня, do the sign up thing on your account. Click on the cat. Подожди, я хочу поменять, как кошка выглядит, хотя бы. Да не надо. Sign up, because I want to. Смотри, какая у меня там... Тебе надо наш сфотографировать и разместить. Как? Как? А я не знаю, что там невозможно скачать по фотографии на этот аккаунт. Сейчас я подожду. Give me plus! Здесь много есть, а фотографии только... Нет, здесь много фотографий есть. Сонечка, у себя переделала на нашу кису маленькую. Здесь провод. И смотри, здесь провод где торчит под лапой. Вижу. И смотри на мою маленькую личико. Так, есть доска. Выбирайте машинку. Так, порядок навели, да? Навели, я вам дам деньги. 10 минут играетесь и собираемся в магазин. В Десипени сегодня поедем. Какой Десипени? Десипени. За покупочками. Да, там сегодня самый большой сейл. Ого, Никита, глянь, $12 Лизе отдал. Ничего себе. За какую-то машинку. Покажи хоть машинку, какую ты купил. Я же не сказала, Никит. Никита, ты за эту машинку $12 отдал. Никит, ну. Это какой-то кошмар. $5 стоит. Лиза, а почему мне нельзя тот? Потому что машинка $1. Тогда другой мне $1 дай. Давай мне тогда другой доллар. Киса к тебе пришла купить машинку. Конфеты купи. Киса у нас все ест. И конфеты, и фрукты. Все ест. Орехи, семечки. Арахис. Кошка такая интересная. $1. Так, все, чуть играемся. Чуть-чуть еще играйтесь и собираемся в магазин.